Чердака нет. Значит, в какую-то квартиру юркнул. Чш. Вы кто? Ты одна? Да. Вы кто? Я сейчас закричу. Пожалуйста. За мной гонятся бандиты. Если они меня здесь найдут, то тебя тоже не пощадят. Чш. Делать. Подумаем. А ты почему открыла? Клиента жду. Передали, что Парамонов сбежал. Твой бывший совсем с ума спятил. Вместо того, чтобы вести себя разумно и получить по возможности минимальный срок, пустился во все тяжкие. Покалечил двух осужденных, охрану. Зачем он это сделал? Очень просто. Хочет избежать заслуженного наказания. Кстати, это к нашему разговору, что не надо идеализировать людей. В чем дело? Следственный комитет прокуратуры. Вы что? У нас есть информация, что в этом доме скрывается особо опасный преступник. Какой преступник? Я здесь одна же. Успокойтесь. Это обычная проверка. Пусто. Приносим наши извинения. Безобразие. Прокуратура. В чем дело? Вы кто? Друзья невесты. Чисто. Куда же он делся? Вы кого-то ищете? Ты отдыхай. Понял. Он же мог уйти через окно на улицу. Надо было сразу туда кого-то ставить. Это ж элементарно. Как же он от вас из СИЗО сдернул, если вы такие умные? Собираешься в кои-то веки расслабиться? Так жлобы какие-то все испортят. Извините, что так получилось. Приходите в следующий раз. Когда? Жена завтра возвращается. Я твой должник. Спасибо. А как звать-то? Жанна. Жанна. А меня Сергей.
Извини за вопрос, а чего ты занялась этим ремеслом? Долг отдать надо. Много? 20 000 долларов. Это дача моих знакомых. Они на год в Таиланд уехали. Так что живите здесь спокойно. Андрей, все-таки я не понимаю, почему мы должны прятаться, когда Сережа ни в чем не виновен? Надежда Николаевна, люди, которые хотят посадить Сергея, алло, могут пойти на все. Костя? Нет, я не могу. Нет, Костя, я не могу Надежду Николаевну бросить одну, понимаешь? И Сережу в трудную минуту я тоже не могу бросить. Костя, нет. Костя, нет. Все, пока. Уже почти 12 часов прошло, как он сбежал. А мы его до сих пор не взяли. Не волнуйся, Юрий Петрович. Возьмем. Никуда он от нас не денется. Да и чего паниковать? Все показания в нашу пользу. Ерофеев благополучно сгорел, дав нужные показания. Степа обработан и скажет на суде все как надо. Остается только Лева. Но он сидит в тюрьме и выйдет не скоро. Так что все чисто. Правда, до меня тут пару дней назад слухи дошли, что Левина сестра в ДТП погибла. Это слабоумно, что ли? Угу. Под автобус. Это не очень хорошо. Почему? Да как бы Лёва не подумал, что это мы её, того. Да. Что? Вчера Лёва сбежал из колонии, в которой отбывал срок за грабеж. Так что ищи теперь ветра в поле. Но даже если мы его все-таки поймаем, то я не уверен, что Лёва захочет увеличить себе срок, признавшись еще и в убийстве. Представляешь, сегодня в прокуратуру обратился человек, на котором не было живого места. И знаешь, кто его избил? Кто? Твой бывший. За что? Ну, чтобы этот человек дал ложные сведения, которые помогли бы избежать наказания Парамонову. Представляешь, он даже грозился убить всю его семью. Я знал его совсем другим. Ну, возможно, когда вы были вместе, он был совсем другим, но сейчас он стал очень опасен. Ты знаешь, я даже думаю, может быть, тебе приставить охрану. Ну так, на всякий случай. Зачем? Он не станет делать мне что-то плохое. Мы расстались. Все кончено. Понимаешь, он всячески старается навредить мне, обвиняя меня во всех его бедах. Но поскольку ты сейчас со мной, ты тоже в опасности. Нет. Парамонов никогда не сделает мне ничего плохого. А вот я не уверен. Ты знаешь, совсем не уверен. Ведь вспомни, это он тебя бросил как ненужную вещь. Хотя столько лет ты была ему верна и предана. Мы с ним расстались. Что в этом такого? Анжела, расстаются по обоюдному согласию, а он тебя бросил. И ради кого? Ради смазливой девчонки. Юр, ты не все знаешь. Да, он очень меня любил. Не хотел вмешиваться в ваши отношения, но чтобы ты мне поверила и поняла, кем на самом деле является этот человек, я хочу тебе поставить одну запись. Его разговор со следователем. Скажите, Парамонов, а какие вас связывают отношения с гражданкой Вакарчук Анжелой Владимировной? Чисто половые. Одна из тех, с которыми я коротал холостую жизнь. А как бы вы охарактеризовали Вакарчук? Ну, хитрая, глупая, недалекая. Да и в постели совсем не ахти. Даже не понимаю, что я так долго с ней тяну. Я не хочу слушать эту грязь. Но если хочешь, потом дослушай.
Это твоя невеста? Да, Люда. Лицо как будто знакомое. Слушай, а ты же говорил, что перед свадьбой у вас были проблемы, финансовые проблемы. Были. У кого их нет? Ну да. А вы денег не пытались у кого-то занять? У кого? У нас даже знакомых таких нет. А что? Да так. Привет. Привет, Аллочка. Ты так похорошела. Да какой там? Кручусь, как белка в колесе. Работа, дом, работа. У тебя-то как с твоим новым? Да так. Ну, выкладывай, что звонила? Особо нечего выкладывать. Беременная опять? Нет. То другое. Мне надо увидеться с Парамоновым. Парамонов сбежал. И где-то скрывается. Я знаю. Может, Гашко знает, где он. Послушай, Анжела, зачем тебе встречаться с Парамоновым? У меня есть материалы, которые доказывают вину Башкатова. Ну, вон как. Так может, тогда тебе проще встретиться с Гашко? Послушай, за Гашко сейчас следят люди Башкатова. Если они нас увидят вместе, ты понимаешь, что мне конец? Кроме того, ты знаешь, он сам находится под следствием. Ему могут просто не поверить. Тут же все куплено. Парамонов возьмет эти материалы и рванет с ними в Москву. Так ты давай эти материалы мне. Я передам их Гашко, а Гашко отдаст их Парамону. Ну, послушай, Ал, мне надо лично кое-что сказать Парамонову. Юрий Петрович, вызывали? Вызывал. Чем порадуешь, Леня? Пока, к сожалению, нечем, но мы стараемся. Леня, я тебе плачу не за старательность, а за результат. А результата нет. Парамонов неизвестно где. Избежавший Лева тоже. У тебя в руках куча народу, техники, их контакты, мои личные связи, если нужно. А ты не чешешься? Слушай, Лень, а может, ты уже не на меня работаешь? Да ну вы что, Юрий Петрович? Да я клянусь вам, я... Смотри. Смотри, Лень. Сапер ошибается только один раз, а я тебе даже раза не дам. Юрий Петрович, да мы землю рыть будем. Да не надо ничего рыть, просто мозги нужно включить. Если они, конечно, у тебя есть. Значит так, слушай сюда. Есть у меня одна идея. И надеюсь, в этот раз, Ленечка, ты не облажаешься. Ой, подстава все это, ой, подстава. Но если бы у Анжелы было что-то на Башкатова, она бы это просто передала. Помнишь, как в прошлый раз сделала, когда сказал, что башкатовские тебя топили? А тут сплошной туман. Нужна непременно личная встреча. Но почему Анжела на это пошла? Может, он ее запугал? А может, использует в темную? Да ну фиг ее знает. Нужен ствол. Ты совсем, что ли, офонарел? Ты мне объясни, зачем тебе это надо? Во-первых, в глаза Анжелы хочу посмотреть. А во-вторых? А во-вторых, Башкатова немного позлить. А если он тебя поймает? Не поймает. Мало того, что, Серега, за тобой бегают башкатовские бандиты, ты еще и в розыске. Это если ты забыл. Да если Башкатов об этой встрече узнает, он просто свяжется с силовиками, они тебя там блокируют. Он никому не позвонит. Он хочет меня замочить. И сразу все его проблемы решатся. А силовики – это опять СИЗО, прокуратура, суды. Долгая песня. Ой, зря, ой, зря. Ладно, я тебя подстрахую. Не надо, у тебя и так куча проблем. Я сказал, подстрахую, и точка. Спасибо. Анжела, привет. Привет, Сережа. Да, хочу. Через час в кафе «Бриз». Mm-hmm. Да, устраивает. До встречи. Пока. Молодец. Ты все правильно сделала. Обещай мне одну вещь. Обещай мне, что его жизни ничего не будет угрожать. Конечно. С ним поступят по закону. Я обещаю.
Хорошо выглядишь. А ты что-то не очень. Алла сказала, что у тебя есть компромат на Башкатова. Сергей, тебе лучше всего сдаться. Да? Это ты так придумала или Башкатов? Это улики, которые все против тебя. Я хотела встретиться и поговорить с тобой, сказать тебе... Что? Что у тебя с Башкатовым, все в порядке? Или что у выхода меня поджидает джип, полный его головорезов? Это ты меня предал. Я так любила тебя, я так тебе верила. Я все отдала этим отношениям. Скажи, что я сделала не так? Почему ты меня бросил? Посмотри, во что я превратилась. Это ты со мной это сделал. Я слышала запись этого отвратительного разговора со следователем. Как ты мог? Анжела, какую как запись? Ты мог? Какую запись? Где ты говоришь, что я недалекая, глупая, хитрая, что в постели не акти. Вот только не надо, вот не надо сейчас делать вид, что ты этого не говорил. Это Башкатов дал тебе послушать? Какая разница? Послушай меня. Мой совет тебе. Ты беги от него. Анжела, тебе надо бежать от него. Ты не знаешь, с кем ты связалась. Он очень опасен. Он говорит о тебе абсолютно то же самое. Но ты меня чуть больше знаешь. Ладно. Ну что, рад тебя был видеть. Но извини, я тороплюсь. Пока. Смог уйти, уроды! Сколько вас было? Пятеро. И что? Там кафушечка вот такусенькая! Да вы впятером, взявшись за руки, могли в хоровод вокруг стать! Как он смылся от вас? Окно в женском туалете ведет на крышу. А то вы не знали! Он вас, как котят, вокруг пальца обвел! Разгоню вас всех к чертовой матери! Нормальных пацанов наберу! С мозгами! Юрий Петрович, мы найдем его. Кого вы найдете? Он у вас из-под носа ушел! Да еще и джип угнал! За джип, мерзавцы, вычту из зарплаты, если не найдете. Пошли вон отсюда! Дебилы! Здорово, фонарь! Сергей Павлович, я же говорил, я уже давно не фонарь. Извини, Алексей Яковлевич, привычка. А это что, твоя новая? Типа того. Ага. Крутая тачка. Опером был бы, такую б не взял. Это точно. Ну вот, я хотел насчет него и поговорить. А что такое? Накрыло что-то? Нет, в идеальном состоянии. Что, возьмешь его? Палыч, ну ты что, шутишь? Он же лимонов на 5 потянет. А я тебе дешевле уступлю. Раз в 10.
Хочешь, на запчасти продай. Хочешь, номера перебей. Павлович, ну ты же знаешь, я давно завязал. У меня теперь просто обычный автосервис. Я серьезно. А что за? Да козла. Одного надо наказать. Козла, говоришь? Ну, козла – это дело святое. Ну, ладно, хорошо. По старой памяти для тебя. Сорока. Коля! Открывай калитку! О, дядя Коля. А ты как здесь? Привет, Сергей Павлович. Да вот, фонарю помогаю. Колымить-то где-то надо. Твоя машина? Она уже ваша. Номера пробьете и вперед. Понятно. Ну а как дочка, внучка? Как у тебя дела? Спасибо, Сергей Павлович. Семья все в порядке. Тут этого не сглазить. Слышал, у тебя рамсы с Башкатовым. Да, есть такое. Сергей Павлович, что такое дело? Со мной на зоне один парень срок мотал. Башкатов его туда упрятал за то, что этот парень отказался участвовать в мокром деле. Этого парня не Лёва зовут? Знаешь про него? Слышал немного. Башкатов обещал убить родную сестру Лёва, если тот рот откроет. А у Лёвы, кроме сестры, из родни никого. Ну вот он и сел молча. А недавно сестра попала под машину. Лёва, как узнал, сразу сдернул с зоны. Ну, ему говорят, ДТП, несчастный случай, да только Лёва так не думает. Считает, что это Башкатов устроил. Короче, зуб он имеет на Башкатова, конкретный. Слушай, поможешь с ним встретиться? Тебе, Сергей Павлович, помогу. На, это за тачку. Спасибо, Алексей Яковлевич. Да какой там Алексей Яковлевич? Фонарь я. Фонарь. Ну, если что, обращайся. Привет, ты одна? Тебе опять спрятаться? Спасибо, пришел сказать. Ну, проходи. Чай будешь? Да, буду. Давай. Ты в прошлый раз сказала, что на тебе долг большой. Этого хватит, чтобы рассчитаться. Только расскажи поподробнее, кому и за что. Лучше тебе не знать. Тебя ведь на самом деле Людой зовут. А ты откуда знаешь? Я с твоим женихом Ромой Колоколовым в СИЗО был. В СИЗО? Ромка в СИЗО? Да, когда ты пропала, они начали его подозревать, что он с тобой что-то сделал. Бедный Ромка. Но он тут при чем? Я же говорю, расскажи все, как было, как это все произошло. И я обещаю, что тебе помогу. Боже. Мы с Ромой собирались в Таиланд после свадьбы поехать. Да, здесь денег на Таиланд не хватит. Короче, свадьбу нужно дома делать, а не в кабаке. Угу, сейчас. А фотографии? На этом обшарпанном диване? Но это же на всю жизнь. Да лучше свадьбу поскромнее. А путешествие нормальное. Лучше на то и на другое деньги достать.
Да где я тебя их возьму? Рожу, что ли? Если ты не мужик, я сама их достану. Я выбежала из дома, прибежала в первую попавшуюся кафешку. Села. Сижу, на Ромку злюсь. А тут ко мне дама подсела. Такая богатая, солидная. Ее Виктория Викторовна зовут. Ну, мы с ней то-сё, про Ромку я ей все рассказала. Про то, что у нас денег не хватает. Но она мне и сказала, что поможет, если я ей услугу одну окажу. Сегодня приезжает мой партнер по бизнесу. Хороший человек, но большой любитель таких красивых девушек, как ты. Нет, на интим я не согласна. Да какой интим? Ты дослушай. Он поселится на квартире. Ты под видом моей секретарши принесешь ему документы. Ну, естественно, он предложит тебе выпить. Ты, естественно, согласишься. Но подсыпешь ему в бокал вот это. Через 5 минут он уснет. Ты дашь мне знать. Вот и все. А зачем вам надо, чтобы он уснул? Хочу незаметно ознакомиться с некоторыми документами, которые он принес. Но я ж подумала, ерунда ж. Она мне за это 100 000 обещала. А я себе прикинула, как я этими деньгами Ромке нос утру. И ты согласилась. Отрабатываю. Значит так, Люда, эти деньги мы пока твоей Виктории Викторовне отдавать не будем. Почему? А потому что у меня есть большое подозрение насчет того, что ее партнер скончался. Да? Андрей, привет. Скажи, на прошлой неделе были у тебя трупы мужчин? Сколько ему было примерно лет? Ну, лет 50. Лет 50? Ага. Жду. Да, я понял тебя. Не было никаких трупов. Значит так, либо твоя Виктория Викторовна спрятала труп, что вряд ли. Либо она развела тебя, что скорее всего. Вот гадина, она же мне всю жизнь испортила. Сергей Павлович, дверь закрой. Сергей Павлович, познакомься. Это тот самый Лёва, про которого я тебе рассказывал. Парамонов. Знаю. Ну ладно, вы пока базар перетрете, я чайник поставлю. Угу. Я слышал, ты зуб имеешь на Башкатова? Правильно слышал. У меня тоже с ним свои счеты. Если поможем друг другу, то он сядет. И надолго. Я не хочу, чтобы он сел. Я хочу его грохнуть. Ты его не грохнешь. Ты же в бегах. На нелегальном положении. А у Башкатова отличная охрана. И он, скорее всего, знает, что ты сбежал,
И наверняка уже принял все меры. Ты даже подойти к нему не сможешь. Они тебя убьют на всех законных основаниях. Я тебе обещаю за сотрудничество похлопотать насчет смягчения твоей роли в этом деле. Ты что думаешь, закрыть его на 15 лет это хуже? Ты не сможешь его посадить. Он откупится. Будут доказательства, не откупится. А ты что, генеральный прокурор, чтобы я тебе верил? Нет, я бывший мент. В бегах. От меня он тоже хочет избавиться. Я ему сильно мешаю. Что ты предлагаешь? Даешь показания на Башкатова, это раз. Мы их снимаем на видео. Материал отправляем в Генпрокуратуру и на федеральный канал. Тебя прячем до суда и представляем охрану. Зачем мне охрана? Меня здесь и так никто не найдет. Охрана не помешает. Костя, тащи свою камеру. Куда говорить-то? Это я пришлю ребят для его охраны. Чего смеешься? Да нет, только у нас может быть, чтобы беглого зэка менты охраняли. Максимум одного могу дать. Ну нет у меня людей сейчас. Нет просто. Господа, у нас уже есть 3 видео с признаниями вины Башкатова. Я предлагаю не заморачиваться, а отправить это все на мой телеканал. Я уверяю, это бабахнет так, что от Башкатова просто мокрого места не останется. Давайте начнем с того, что из 3 показаний 2 уже изменены. Не в нашу пользу. Да, первый свидетель, Ерофеев, уже на том свете. Второй, Степ этот, либо уже составил ему компанию, либо сейчас залег со страха так глубоко на дно, что все равно, что мертвый. Ну, в таком случае, предлагаю самого Башкатова посадить перед камерой и заставить рассказать всю правду. Да не даст это ничего. Ну как это? Ну почему не даст? Да потому что он возьмет и откажется от своих показаний. Скажет, что мы на него надавили. Ну и что? Да если это показать по телеку, этим заинтересуется Генпрокуратура, и все, у нас уже есть объективный шанс на расследование. Да что ж за подход такой дилетантский? Не канает это, не понимаешь ты, что ли? Да. Да, Андрей, я нашел невесту Ромы Колоколова. Да ты что? Где? Вот и адрес. Похоже, что они ее развели и заставили заняться проституцией. Пусть ребята там глянут. У ее хозяйки, скорее всего, она не одна такая. Ну ты пойми, дурочка, я для тебя это делаю. А то б сидела уже на нарах за убийство человека. А может, он не умер, а может, ему плохо стало? Здрасте, приехали. Ты же ему целую дозу вместо третьей спанула. От такого кто хошь ласты склеит. Скажи спасибо, что менты навстречу пошли, дело замяли. А то б, знаешь, дорогуша, я не понимаю, по какому праву вы нас задержали. У вас что, есть ордер из прокуратуры? И вообще, в чем вы нас обвиняете? Гражданка Тихомирова, вы и ваш муж обвиняетесь по 2 статьям. Мошенничество и организация занятий проституцией. Бред какой-то. Я буду жаловаться. Кто у вас начальник? Фамилию говорите. Ну ты пойми, дурочка, я для тебя это делаю. А то б сидела уже на нарах за убийство человека. А может, он не умер, может, ему плохо стало? Здрасте, приехали. Ты же ему целую дозу вместо третьей цепанула. От такого, что хошь ласты склеит. Скажи спасибо, что менты навстречу пошли, дело замяли. А то, знаешь, дорогуша. Надеюсь, свой голос вы узнали? А вот список адресов всех ваших борделей. И я уверен, что там тоже найдутся девочки, которых вы шантажировали так же, как Марину Бутову. Сучка. Скажите, Константин, а что это вас
журналиста федерального телевидения, заинтересовали наши мелкие дрязги. Понимаете, Юрий Петрович, дело в том, что я снимаю фильм о том, как в приморских городах страны решаются проблемы экосистемы. Проще говоря, как, например, в Новороссийске сосуществует цементный завод и Цемесская бухта, или, как у вас, городской пляж и предстоящее строительство гостиничного комплекса. Ну, использовать свои скромные силы, я постараюсь ответить на ваш вопрос. У вас все готово? Да, только секундочку. Кое-что достану. Простите, не понял. Господин Башкатов, вы сейчас в камеру расскажете всю правду об убийстве бывшего директора пляжа Трофимова. А, значит, вот какой мы журналист. Понятно. Стоять! Никому не двигаться! Руки! Поднимите руки вверх! Я его застрелю! И дальше что? Камера работает. Говорите то, что я вам сказал. Пожалуйста. Уважаемые телезрители, меня в заложники взял какой-то идиот, ворвавшийся ко мне с пистолетом. Перестаньте поясничать, я же вас застрелю! Ну так стоять! Стреляйте. Ну, давайте, стреляйте. Умереть на глазах миллионов телезрителей – это мечта звезд шоу-бизнеса. Детская игрушка. Впрочем, как и все на вашем телевидении. Сеня, распорядись, чтоб подготовили пилу и целлофановые мешки. Вашу камеру я возьму себе на память, а вас отсюда вынесут по частям. Ну, чтоб не было так заметно. И вообще, господин журналист, позвольте признать, что вы идиот. У вас была замечательная карьера, блестящее будущее. Что за цирк нам тут устроили? Ради чего? Меня будут искать. И что? На вашей же камере записано, что вы угрожали мне оружием. С моей стороны, это была всего лишь самооборона. Но мы же не знали, что у вас такой серьезный пистолет. Берите. Зачем? Возьмите, возьмите. Хороший. Пейте. На том свете я... будет что вспомнить. Давайте, давайте. Ну, извините меня, давай. Пожалуйста. Давайте, давайте. Давайте. Я честно не хотел. Где мне найти Парамонова? Я этого не знаю, честное слово. Он прячется где-то... Сень, что у нас с мешками? Пожалуйста, я знаю, мы сегодня с ним записывали чистосердечное признание, мы... Кого? Какого-то Лёвы. Я не знаю, ну, все записи у Парамонова, но я знаю, где прячут Лёву. Ну вот. Молодец. И это замечательно, что у нас на телевидении работают очень сообразительные люди. Еще. Себе. Очко. Блин. Да, товарищ майор. Да нет, спокойно все.
Да, мы тут это, телевизор смотрим. Да нет, я не расслабляюсь. Я смотрю в оба, товарищ майор. Да нет, не в телевизор, вокруг. Понял. Есть. Блин. Давай, сдавай по новой. Ты че, опер? Зэка хочешь обыграть? Давай, давай. Мне сейчас повезет. Лёва! Это Костя! Мы с Парамоновым приехали. Я тебя сегодня утром на камеру снимал. Спокойно. Это свои. Блин. Константин,